Здравствуйте, товарищи, с вами Тумарандан. Мы играем в Axiom Verge. Хорошо, у меня такое ощущение, что это сердце бьется. Да не... Это у них такой звук странный, да? Эй, а чё? Все понятно. Здесь мы умерли. Моя это главная героиня Индра умерла из-за того, что ее убила Машила. Но она еще была жива, а теперь ее уже окончательно убили тем, что украли тело. Все хуже и хуже становится. А побочь надо вот этого. Синхронку надо сделать. О, видите? Она взяла эту капсулу. Так вот. Одна капсула там. Я не знаю, как взять. Надо с того мира прийти как-то. Понимаю, что это за сосулька такая злобная. Налево или направо? Интересный выбор. Я знаю. Человечек.
Направо мы сходили, налево. Значит, секрет был слева. Здесь не было. Я решил, что я тут понимаю. Это секретно. Ешь. Большая фляжка апокалипсис. Вот, а дальше я уже была. Или сюда тоже был... Может быть, тут два барьера выключилось. Вот этот барьер был, я же точно помню. Вот, слава богу, кирпич этих пауков больше нет. Хорош. О, это босс, по-моему. Я что-то не пойму, что с ним делать. А у меня есть какие-нибудь смешные эти... Такой... смайли. Не знаю. Короче. Ну ладно. Господи. Я не могу в человека превратиться. Давайте урон дрона тогда.
трудно. Да как так? Но почему всегда одинаково-то получается? Силовая матрица, наверное. Все мои силовые матрицы. Чтобы вы знали. Теперь у меня нет силовых матриц. Может, это зарядит силовые матрицы?
Ой. Много мест, куда я могу бы сходить. Выйти. Так опускаться. Здесь выйти нужно. Так, я выйду. О, нет. Это тупо. Благо, у меня есть телепортейшн. Так, нужно быть человеком, во-первых. Нужен притягатель разлома. Теперь нужно быть дроном. Ну, теперь нужно лучше карты. Надо было по карте смотреть, я ерунду занимаюсь. Вот я внутри черного куба выйду. Не куба, а прямоугольника. Сейчас попаду в новое место. Прощальная записка тому, кто найдет. Если это конец, то пришло время передать миру мои знания. Все началось тогда, когда доктор Эшен Бреннер обнаружил разлом и научил начал путешествовать в альтернативной реальности задолго до того, как была основана Хаммонд Корп. Его самым большим страхом было то, что технологии миротечения окажутся слишком опасными и разрушительными для Земли. И он умолял меня держать все это в секрете, пока он не сможет полностью разобраться с тем, что произошло в корне. Такой Шенбернер, во-первых. Сначала я ему не поверил, но чем больше я узнавал, тем охотнее склонялось в точке зрения. Одни лишь руки апокалипсиса могли бы с легкостью стать погибелью нашего мира. Прошло уже несколько десятилетий с тех пор, как он покинул Землю, собрала эту последнюю экспедицию в попытке пойти по его следу. Но так как я, увы, не являюсь паттерн-майндом,
Передо мной стоит множество препятствий. Как бы то ни было, далее я попыталась найти устройство под названием Скрай. Возможно, оно находится где-то в фильтре. Использовав устройство вместе с образцом его ДНК, я бы, возможно, смогла обнаружить точное местонахождение доктора. Очевидно, что-то вышло из-под контроля, барьеры между мирами медленно разрушаются, а никаких видимых попыток исправить это не предпринимается. Нам нужно действовать. Эх. 13.11.1053. ПС. Если встретите Уоррена, скажите ему, что я его не виню. Когда дроны напали, я подумала, что лучше всего будет спрятаться в развалинах, но они перекрыли вход, подозревая, что за всем этим стоит Ламассу. Ой, это сюжетная записка. Ну и что? То есть я тоже на грани смерти. Что это такое? Новое место. Тот мужик умер, потому что у него не было таких крутых технологий. Который оставил эту записку. Это же он от Хаммонд, по-моему, да, записку оставлял? Ну, наверное, он был почтальоном. Хаммонд жива. О, это же я. Машалама покинула мое тело и... Наконец-то я смогу освободить нас от наших древних оков. А теперь пора найти портал в Ансу. Ишь ты, что задумала? Тебе нужно ее остановить. Я видела, что у нее на уме. Если она уничтожит Ансур, то всему придет конец. И я никогда не увижу Самару. Нет. Она не дышит. Похоже, она снова стала Индрой. Но она мертва, тогда что же я теперь такое? Большая красная штуковина, видимо, это Сиуни. Пустое тело так и ждет того, чтобы его захватила рука. И в этом их Ансуре должно быть больше этих штук. Думаешь, Амашилама правда хочет уничтожить мир? Мне не кажется, что она желает именно этого. Хотя мне не очень-то хочется узнать, права ли она. Эх, грустно. То есть Индра погибла, но она оставила как кожу у себя. Ну, технологическую. Тилхар позволяет распыляться в облако нанитов. Я Тилхар, с моей помощью ты станешь облаком, способным проходить через трещины и решетки. Как этот, Алукард. На Sega Saturn не умел делать. Да, тут повсюду эти решетки, какой-то прямо повторяющийся мотив. Именно с их помощью у владельцев наконец-то получилось обуздать и покорить Удук. С помощью решеток. Интересно.
Надо взять эту технологию на вооружение. Где она? А, она у меня постоянно, да? Просто одна из кнопок. Зел какая-то. Как ее нажать-то? А. У меня это кнопка N. Владелица, мы в большой беде. Я знаю. Я видела, она сказала, что отправилась на поиски портала в Ансу. Да, она хочет заполучить остальные сионы. Тогда она сможет уничтожить наш матери мир с помощью легиона рук. Мне кажется, что вот тут лучше бы объяснить поподробнее. Как уничтожение всех планет во Вселенной означает уничтожение самой Вселенной, так и уничтожение Ансура уничтожит все Вселенные внутри него. Какое такое безумие заставило ее думать, что это хорошая идея? Она верит, что Вселенная каким-то образом сможет выжить без матери. Индра, чрезвычайно важно, чтобы ты остановила ее. И портал к запасам Сиун – это не разорвавшаяся штормовая бомба. Оставшаяся после войны тебя осталось лишь ей активировать. Где он? В секторе 4317 под исследовательской базой твоего народа. Они почти его обнаружили, поэтому я и выслала дронов, чтобы их отпугнуть. Похоже, затея опасная. Какую бомбу радиус поражения? Стены построены из иномирного материала, так что они должны выдержать. Ладно, проверим, что там как. Если все так, как ты говоришь, то я нажму на детонатор. А тебе лучше бы поискать способ вернуть меня назад в мое тело. У нас договоренность. Эх, ты врушка. Я помните, играл, и никакого тела не будет. Вот просто. Мы это делаем ради себя, потому что если это не сделать... Вселенной не будет. Нужно куда-нибудь отправиться и сохраниться. И все. Короче, до скорого.